Всем привет и добрый день. For those who are watching in English, you can change the closed captions to auto-translate, and this will allow you to understand myself and Nazwe as we are going for an air patrol. Так что мы взлетаем и пойдем искать врага. Работаем в Сирии, и в основном будут переговоры из наших самолетов, так что минимального дополнительного голоса, чуть-чуть музыки и полетели в воздух. Понял. Джинни 11, примерно. У меня высоколетный поп-ап справа. Ну да. Курсом 0.5.0. А, все. Ну, батальон тебя. Хорошо, не здесь. Но он джамит. Он джамит. Высота неизвестная. Это, наверное, тот, который проскочил. Цель подтверждена, высота низколетная, наш у него на хвосте. Курс, мой курс 0.5. Высота 7000. Надо еду на перехват правого. Пущу новую ракету. У него он на минус один, и высота 2000 метров, курсом 1.1.0. Север на юг летит. Перехват курсом 120. Выходи на перехват 140. Фокс 1 пускаю. Какой полсфере, задний или передний? Он сейчас в заднюю переходит, курсом 140. He's fast. Maneuvering. На меня разворачивается. Курсом 140. Да. Dead. I got him. Потратил вторую этажку случайно. На высоту цели. Copy. Holy shit, copy. Разворачиваюсь. На посажу. Угу. Пускай первую, и потом... Я тебя поддержу. Знаешь, что сделать? Захват есть? Да. Что ты пугаешь? Я могу по нему пустить ракету, чтобы его шагануть, а ты его потом добьешь. Можно, давай. И переключаю на R-ку. Дистанция 50. Какая у тебя для него дистанция? 50 тоже. Он маневрирует. Feet wet. Ноги будут мокрые. Выражение Реза. Он над землей или над водой. То есть feet wet или feet dry. Ну понимаешь, да? Да. Над морем или над землей. Окей. Пускай по нему. Окей.
А меня захватывает ПЗРК. Делаю левый оборот. Высота 7500. И тебя, кажется, наблюдаю. Пусти ловушку. Сейчас. Все. Сейчас. Я тебя вижу. Окей, это ты, понятно. Просто ловушку не снизу. Не снизу? Понял. Это что, какой-то справа, слева подлетал. Да, еще. Да, окей. Я забрался на 10 тысяч. А, ракеты потратил одну Р-ку, одну Т-шку. Все. Нашего знакомого друга на 0.40 сейчас будет перехватывать враг. Видишь? Я развернулся, я сейчас за фантом охочусь. Понял. Westerly circuit. So he's coming in. Actually, no, I should say easterly is coming from the east, so it's east-west. Okay. Plasma, свежий курс? Я сейчас над морем, правый поворот, а я прямо над Триполи. Я чуть дальше себя. Наблюдаю вертолет. Да. Разворачиваюсь на Вуджах Ахаджар на заправку. Давай сапогами сяду. Стэндбай. Just about to touch down at Wujah Al-Hajjar, just north of Beirut, and rearmed for the mission. Touchdown. Nomad, if you think we can make it, I'm down. What do you think? Красавчик. Тормоза, 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 тормоза. Я нормально, нормально успеваю.
Назвать, потому что, кажется, так летит слева. Приближается. Приближается, на на радаре. Let's take off. Yeah, let's take off. Yeah, I think we got an A-10 coming to strafe us at Uja al-Hajar, so we're gonna take off. Okay. Давай, ты первый, я второй. Я сходу застаю. Угу. Как-то. Who is this guy? Flicker. Might not be frozen. Yeah. Yes, sir. Uzi, 1-1, Overlord, 1-1, Bra, 338-410, at 1,500. 10 kilometers. You guys go, we were waiting at Uja al-Hajar for you guys. For you guys, because we're just north. Oh, shit! Oh. Nazwa got hit. That's oh, Nazwa's dead. Alright, Nazwa's taking off with you guys from Beirut. I'm coming back to Beirut also. Goodbye, Nazwa. You're the hero of Soviet Union. I see a parachute. You're okay.